Совет дня. Если вам в жизни не хватает денег, то надо просто стать богатыми, и тогда денег будет хватать. С вас 15 тысяч рублей за консультацию. Ну, примерно по такой схеме и действуют инфо-цыгане, которые на самом деле используют действенные методы пропаганды и создают своим жертвам вот эту вот мета-реальность, в которой женщина богиня, царица, супер-человек, и ей все должны. Ну, и она должна, естественно, за эту реальность отдать бабло вот, инфо-цыганочке. Позолотите ручку. Вот такой вот кошмар. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Вестись на это, конечно же, не надо. Берегите себя и будьте счастливы.